Это какая-то ловушка, это паук, это жук. Там он дальше продолжение. Всем приветики! Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа, мы сегодня с вами играем в Garden of Banban 4. Не знаю, почему у нас потом идет Garden of Banban 6, и где мы пропускаем 5, но это вопросики определенно у нас имеются с вами. Но я не буду долго тянуть. С вас, как всегда, лайк, подписка на каналчик. Давайте посмотрим, что нас ожидает в этой части. В той части мы с вами убежали от монстров на гигантских птицах, с которыми стали друзьями. Ну что, мы нажимаем с вами новая игра, получается, в таком случае. И смотрим, что же за новый контент нам завезли. Какие-то барашки, какая-то комната. Так, для родителей, которые ищут своих пропавших детей, время деликатного, ну, время очень важно. Кликните на часы, чтобы что-то там, короче, хорошо. А, ну мы типа ждем, да, и за это время, пока мы скипаем, появилась улитка. Возможно, улитка похищает детей. Никто, конечно, этого не берется утверждать. Вот, мы остановились с вами на том, то, что вот у нас появился приплод. Приплодыш. И что мне с тобой делать? Ну, я тебя буду теперь носить в руках. Ой, ой, бежим, малыш, я тебя спасу, у меня теперь есть ребенок, я должна о нем заботиться, бежим. Что так сразу-то началось, эпик какой-то ворвался в этот чат. О май гад, куда бежать-то, подождите. Малой, я тебя спасу, не переживай. Я твоя новая мать, вместо старых твоих бать и мать. Ё-моё, у меня аж под пол трясется, пол земли трясянет. Все очень плохо. Язык сломался, пол трещит, земля трясется, это за нами хамелеон несется. Вот. Вот так я хотела сказать. А можно я повернусь? Да. Бегать оно явно не умеет. Бегает оно очень медленно. Извини. О, ты теперь бегаешь за мной? А он мне помог? Ну, нормально, малыш, нормально. Ты помог мамочке, молодец. Мамочка тобой гордится. Давай, мамочка тебя оставит здесь. Стой, не вставай. Никуда не уходи. Пока жди. И теперь нам надо нажать на кнопку. Ой, ты мой хороший. Пойдем, маленький. Пойдем. Мама все сделала. А, это ты застряла, получается. Пойдем, маленький. Пойдем. Ты идешь за мной, малыш? Так, я не могу без тебя уйти. Я за тебя несу ответственность перед твоими птицами. Все. Нет, они не дают мне забрать ребенка. У меня был ребенок совсем немного. Ну ладно, это что такое? Ой, кажется, меня что-то усыпило. Я все? Мне что-то тащит. А я могу посмотреть, что меня тащит? Или это сюрприз? В каком таком интересном месте мы с вами очнемся, ваши ставки, господа? Думаю, что нам не очень понравится то место. Возможно, нас отнесут в какую-нибудь самую дальнюю комнату или самый дальний уголок, который здесь вообще существует. Ну да, так я себе это и представляла. Какая-то комната для допросов. Слушай, преступник ты. Ты теперь будешь работать со мной. Ты теперь заключенный. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. И сейчас ты будешь отвечать на вопрос, понятно? Итак, твое первое, типа, задание очень простое. Я спрошу тебя, и ты ответишь мне на один вопрос. Затем выбери кнопку, правую или левую. Так, вот какая-то кнопка говорит «да», а другая говорит «нет». Значит, это «нет», это «да». Так, кто-то закрыл каких-то там наемников, креветок. Чего? А можно повторить? Можно повторить, шериф? Чего? Ну да, наверное, я не успела. Ты спас многие жизни. Так что спасибо тебе. Пожалуйста. Я же все хорошо сделала.
Делаемся дальше. Так, контактировали ли вы с вот этим вот хреном? Да. Серьезно? Я удивлен. Третий вопрос. Был ли у вас контакт с вот этой вот фигней? Был. Прекрасно. Четвертый вопрос. Был ли у вас контакт с такой херней? Нет. Я так и думал. Но я думаю, что пятый вопрос. С этой фигней, да, я контактировала. Они меня пугают до усрачки. Шестой вопрос. Был ли у вас контакт с вот этой вот фигней? Ну, так, да. Я тебе кое-что расскажу о твоих ответах, рыбка. Хорошо? Тебе нужно вернуться назад в ту комнату. Какую в ту комнату? Можно? Слушай, а ты вроде бы добрый. Ты вроде бы добрый. У тебя, правда, дырка в сердце, но ты добрый. Так, мы тратим время. Тебе нужно здесь поработать. Я тут теперь партнер? Знаешь что? Следуй за мной. Мы можем поговорить внутри. Здесь небезопасно. Тебя что, вырезали хребет? Ладно, я иду за ним. Ну, короче, у меня, получается, спер шериф. Но он пока что из всех, кого мы встречали, самый адекватный. Он пока не пытается со мной ничего сделать. Но он не пытается меня убить. Он не пытается меня сожрать. Он просто странный. Я думаю, его подкупило то, что я сказала, что я его видела, и я возьму его с собой на какую-то там лодку. Я не знаю, возможно, он задал мне вопрос, если ты окажешься на необитаемом острове, с кем ты поедешь. Вот. И поэтому я как бы я сказала, что я поеду с ним. Добро пожаловать в королевство. Оно меня не впечатляет. Нам нужно поговорить быстренько. Быстренько и с респектом. Это король у тебя там сидит? Король собачек? О май гад. Я чувствую, у нас тут с вами намечается веселая вечериночка. Слишком много персонажей, чтобы их запоминать. Ты их быстрее забываешь, пока ждешь новую часть. Бля, это реально какое-то гигантское кенгуру? Ой, боже мой, какой ужас. Ваше Величество, я закончил с чем-то там. Ой, короче, началось вот это вот на английском, вот это вот все. Сколько от 1 до 10? 0. Что-то меня, по-моему, херово оценили. Тебе какая-то белка переросток. Какой ужас. Тут реально фиолетовая белка переросток. Смотри, какая у меня большая нога. Причем у него вот эта нога, по-моему, длиннее, чем вот эта. Нет, хотя ладно, они одинаковые. А в сумке у тебя кто-то живет или нет? Крепота какая. На превьюшку пойдешь такой. Но он добряк. На него смотришь, и вот ты веришь, что он добрый. Что он не сделает тебе плохо. А вот на нее смотришь, и ты не доверяешь до конца, потому что у нее слишком большие ноги. Не доверяй людям, у которых самые... Так, ее зовут Бунсела. Она сейчас мне расскажет... Это шериф Тостер. Он защищает наших граждан в нашем королевстве. Я надеюсь, что шериф проведет тебе маленькую, короче, экскурсию. У меня кошка пушистая дома, у меня поэтому очень много шерсти везде, поэтому я чешусь. Отведи его обратно к лифту. Да сейчас это не очень хорошая идея. Да мне вообще пофиг, отведите меня куда-нибудь. Мне неинтересно, как ты ковыряешься своей носопырки. Вы там с друг другом разговариваете, а я вам нафиг не нужен. Тогда какой смысл во мне? Это что такое? Ключ-карта, можно я ее заберу? О, записка. Ну что, дайте заберу. Что это такое? Пизель Ревордс. Пошли к станции, партнер. Подожди, а вот эту штучку забрать? Мы без этой штучки... Мне не дают твою сраную штучку забрать. Пизант Ревордс. Что такое Пизант Ревордс? Или это то, что я нашла? Ой, ребенок! Это мой ребенок, видал? У меня есть ребенок, он вернулся. Прекрасно. У меня теперь снова есть малыш. Я теперь себя чувствую полноценной. Все, кайф, кайф, кайф. Ребенок, это хорошо. А то, как бы, что, ну, не зря, что ли, его доверили. Поэтому, конечно, я должна, как должна, за ним заботиться. Поэтому я о нем забочусь и ношу его везде с собой. Идем за шерифом. Надеюсь, шериф его не сожрет.
А то будет очень обидно. Да, малыш? Даже не знаю, как тебя назвать. Василек. Просто, мне кажется, тебе подходит. Ты как раз похож на Василечка. Блин, музыка-то как будто я реально в средневековом королевстве или на средневековой ярмарке. Может быть, кабанчика на вертеле сделаем, покушаем с вами, будет вкусненько. Может, давайте, а то что это? Добрый вечер. Здрасте, что это тут у вас? Ой, опять эта фигня. Три части элеватора, короче, что-то с ними надо сделать. Сиди здесь, малыш, хорошо? А, мне нужно найти билеты? Вот билеты. Карты. Так, а что, нам надо с вами встать сюда, что? Там за мной что-то уже следит. Вы видите, за мной что-то следит? За мной уже что-то следит. Записка. Но мне нужно три билета. Пойдем, ребенок. С тобой не так страшно. Видишь? Там за мной кто-то смотрит. Я тебя видела. Сейчас, подожди, малыш. Пойдем-ка посмотрим. А, туда меня не пускают. Но мы видели какого-то нового монстра. Он за нами подглядывает. Он подглядывальщик. Ну и чё? Братан, я всунула три билета. Или сколько надо? Пять? А, надо четыре билета. Я думала, надо всего лишь три. Все? Еще где-то? Это не есть хорошо. Сколько там билетов? Но я надеюсь, что это все. Больше я билетов, по крайней мере, здесь... А, вот еще один, смотри. Охренеть, что их так много-то? Я внесла за тебя выкуп. Давай, выезжай. Шериф! А что нам делать с этой дрянью? All aboard. Все на борт. Подожди, ребенка забери. Ребенок! Или мне надо с тобой? А мой ребенок? Ну, поехали. Ребенок, ты только сиди. А знаешь, ты хороший партнер. Ты реально это сделал. Да, я вообще красавочка. Малыш, ты только держись покрепче, не свались, хорошо? Куда-то мы едем. Ты как-то слишком все пока что адекватно. Я думала, будет более жопа. Куда мы с тобой едем, братан? Малыш! Сейчас малыша не... Нет, ладно, малыш там есть. Малыш, мама тебя любит. Василек, я тебя все еще люблю. Василек, догоняй нас. Василечек, я так за него переживаю, что он выпадет. Но он вроде бы сидит. Уже стоит. Все, мы приехали? Here, так, мы на месте. Пойдем, пошли. Сейчас я своего ребенка возьму в руки. Это что это такая за коряка? Это какой-то котопес. Единственный в мире малыш котопес. Нам нужно попасть в комнату администрации. Но дверь, походу, закрыта, говорит. Ну, конечно, это буду делать я. Конечно. Это что, Ребенок? У меня для тебя есть идея. Тебе придется постоять на столе. Постоишь на столе для мамочки? Ну, зайка, ну стой. Ну, хочешь, я тебя вот на эту поставлю? Все, стой здесь, никуда не уходи. Мамочка тебя любит. И теперь... Наверное, вот сюда надо или туда? Ну, я не... Да куда ты? Зачем ты сошел? Может быть, где-то есть еще? Вот. Я открыла. Ребенок, пойдем. Ребенок. Эй, ребенок. Ребенок со мной не хочет идти. Ладно, я пойду одна. Что? Что происходит? Посмотри за моим ребенком, пожалуйста. Попробуй открыть дверь, посмотри за моим ребенком. Ты оставил моего ребенка одного. Ребенка сейчас сожрут. Ребенок! Я голодная змея. У тебя есть немного еды? Мой ребенок остался один. Ты голодная змея?
Что-то ты как-то выглядишь не очень. Это какая-то ловушка, это паук, это жук. Там он дальше продолжение. Так, он тебя больше не побеспокоит, партнер. Теперь, мой друг, мы должны идти дальше. Это было ужасно. Где мой ребенок? Ребенок! Пошли отсюда. Меня чуть не сожрала какая-то гусеница. Can sense danger. Он может быть опасен. Или в опасности. Так, подожди, что это такое? Так, это вентиляция, прекрасные ловушки. Я уверен, что... Если слышишь музыку, будь осторожен, написано. Ой! Все, я поняла. Подожди, он на птичку... на птичку реагирует или он просто так реагирует? Я не хочу, чтобы моего ребенка убили. Что пере... Я не понимаю. Ну как это проходить? Офигеть. Да как вообще понять? Типа, оно просто чирикает и сразу на тебя нападает. Это нечестно. Здесь просто должно тебе повести с путем. То есть методом проб и ошибок. Но смотри. Сначала сюда. Потом туда. Сейчас попробуем пройти сюда. Ага. Я поняла. Если аккуратно идти, то мы слышим чичирику. Сюда тоже нельзя? А по центру? Поняла. Сюда нельзя. Прикольно. Но это прям надо слушать. Спасибо. Малой меня предупреждает. Я же говорю хороший, потому что я его мать. Все, 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 я поняла, тихо. А здесь? Здесь все спокойно. Мы почти дошли. Да нельзя. А как он понимает? Малой что ли чувствует? Серьезно, сюда тоже нельзя? Тогда сюда. Вот как это работает. Нужно аккуратно подсовываться, и он, если чувствует, он говорит. Видишь? А я думала, надо наугад. Ну все. Мы обошли пауков. Нашли кассету. Пригодится. Где мой ребенок? Здесь? Подглядывай за моим ребенком. О май гад, это что такое? Что это за хрень? Опять какие-то... Что-то я сделала неправильно, да, братан? Я не знаю, как... Что это? Шестеренка. Так, это та часть, которая нам нужна. Пойдем вернем ее назад. А нас не убьют с тобой сейчас? Малой, пойдем. Но мы идем за шерифом. Шериф нас должен как бы это... охранять. Жеп, конечно, у нее такая смачненькая... Но причем у него булки двигаются независимо от жопы. Вот, то есть у него тут попка, а ноги самостоятельной жизнью живут, представляешь? А еще я не понимаю, что за такую ему операцию провели по спине. Возможно, он сильно как бы много сидел за компьютером, сгорбатился. Ему потом выправляли позвоночник, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Но не получилось, не фартануло. Он как был похож на сраку слепленную, он так сракой ослепленный и остался.
Малыш, правильно, будь рядом с мамочкой. Молодец. А куда нам нужно вставлять эту штучку? Можно я опять с ребенком поеду? Нет. Оно вроде бы само куда-то едет. Блин, мы опять ребенка моего забыли. Что за мать-то такая? Мы все время с вами оставляем мою дитятку одну. У него родители неизвестно, что с ними стало. Может, одни выжили, может, не выжили. Там фиг поймешь эту игру. Но я должна о нем заботиться и должна вырастить из него полноценную птицу общества. Малыш, догоняй! Сейчас его какая-нибудь крокозябрина, прикинь, такая типа хоп, и все, и сожрала. И нету малыша. Давай, за мамочкой, за мамочкой. Блин, шериф, хватит на меня так крипово смотреть. Ну, правда, мне не по себе. Мы приехали? Мы ждем моего ребенка. Правильно, это хорошее решение. Нет? Блин, ребенок, прости! Мы оставили там ребенка. Я его не вижу уже, все. И больше мы его никогда не видели. Увидели где-то в Чикен Макнаггетсах. А нет, смотри-ка, едет за мной. Мы приехали? Нам сюда надо? Шериф. Так, пошли, вставим потерянную часть в лифт. Пойдем. Мы опять приехали с тобой в королевство. Кстати, это средневековая ярмарка. У меня прям ностальгия по Sims Medieval. Если кто-то знает, о чем я. У меня ребенок убежал. Куда ты побежал? Сейчас тебя сожрет. Кто-то же забыл свою шляпку. Судя по всему, у них тут что-то плохое произошло. Потому что, видите, у них тут разруха. Куда делся мой ребенок? Ребенок, стой! Тебя сейчас сожрут! Куда ты побежал? Ох уж эти непоседливые птицы, дети! Вернись! Вернись, я все прощу! Блин, он же сейчас с ним что-то произойдет. Я тебе отвечаю, мы его больше с вами скоро уже не увидим в ближайшее время. Что-то нехорошее будет. Так, это комната моего допроса была. И чего? О, это что такое? Записочка. Я ее не заметила, кстати. Разыскиваются. Ну, шериф вроде бы нормально. Пойдем с мамой. Нет, ты не хочешь? Поставьте шестеренку куда-то. Куда я ее поставила? Куда я ее поставила? Теперь нам нужно держаться вместе. Поехали в другое место и поговорим с королевой. С королевой? Подожди, а куда я поставила шестеренку-то? Не серьезно, надо поговорить с королевой сейчас? Ладно, иду-ка поговорить с королевой. Ты присмотри за моим ребенком тогда. Ты будешь временно... как это сказать-то? Временный отец, временный батя. Он будет подглядывать за моим детем. Пока я буду бегать по поручениям дурацким. Королевским или не очень. А прикинь, королевы уже там нет. И королева минус. Да нет, он сидит. А, там, наверное, карточку у нее нужно забрать, ту самую. Там, помните, карточка лежала? Наверное, без карточки лифт просто не поедет, а она его типа охраняет. Ну, карточку. Чтобы на лифте злые не бегали. Здесь вообще нельзя говорить, видишь? Она говорит, шш, тебя уж, сука, молчи. Добро пожаловать назад. А что, вы починили лифт? Да, мы починили лифт, мы молодцы. Я хочу, чтобы ты знал, что я уважаю вещи, которые ты делаешь для того, чтобы вернуть детей. Спасибо большое. Я надеюсь, что я правильно перевожу, но смысл примерно понятен. Я тот герой, которого вы так долго ждали. Я спасу всех и каждого. Главная моя цель — просто выжить любой ценой и спасти Василечка. Все, можно я возьму синий ключ? Короче, мне надо с кем-то поговорить, когда у меня будет времечко. А с кем поговорить? Твоим животом? Она беременная. Она беременная сидит. Беременная, значит, что делала? Вот так вот. Мы раскрыли ее. Чем она тут занимается в своем королевстве? Но интересно, где она нашла такого же большого кенгуру, или кто из них ее отец? Предлагаю это выяснить, устроить настоящий ситком, типа... И мы ищем. Тенчик мой еще вроде бы стоит, мое розовое пятнышко василечное. Мой маленький Василек, я буду о тебе заботиться до конца твоей или моей жизни, не переживай. Я буду хорошей мамой. Как бы в этой игре теперь у меня есть цель заботиться о тебе, потому что я тебя люблю, Василечек. Ты моя сладкая булечка, дю-дю-дю-дю.
Хорошо, заходи, Василек. Оно не работает. Что за прикол? Чё оно не работает? Походу, у меня начинается одиночное приключение сейчас. Без детей, без шерифов и без кого-либо. То есть я должна страдать. Спасибо. Очень великодушно с вашей стороны. Мне дали какой-то синий ключ. Куда его подсунуть? Мне, наверное, надо вернуться назад и куда-то там потыкаться с этим ключом. Ну, очевидно, потому что других вариантов у меня нет. Может быть, вот... она мне открыла вот эти двери. Вон, ну чё. Ну что ж, давайте тогда на этой нотке на сегодня закончим, а в следующей серии тогда продолжим наше увлекательное приключение в Garden of Banban. Так что жду вас всех в следующей серии. Не забывайте поддерживать лайком и подписываться на каналчик. Спасибо, что посмотрели. Пока.